Всем привет, друзья! Вы на канале Лаймами, и сегодня будет уже 8-я часть челленджа 10 на 10. И сегодня я буду осветлять волосы с помощью лимона. Вот мы уже сделали, сюда мы я сюда добавляла сушеные ромашки, которые надо держать в воде, пока его не приобретет цвет. Еще он состоит из лимона и шампуня. Я уже окрасила половину, и сейчас и потом я вставлю фотки. Вот, смотрите внимательно, какие у меня волосы сейчас, и я вставлю фотки потом до и после. И все. И, ребят, на это еще надо подождать час на солнце, только на солнце, иначе ничего не получится. Мы продолжаем. Вот я снимаю весь процесс. Вот у меня почти уже высохли волосы. Как-то все вот так. И сейчас мы сидим на солнце и ждем еще, наверное, 40 минут где-то. Если не 40 минут, 50 минут где-то так. Не меньше. И я не знаю, что, уже что делать. То, что очень скучно ждать просто. И вот, ребята, у меня уже практически все высохло. Вот так как-то. Ну и нам все-таки, даже если высохли волосы, нам надо ждать еще, по-моему, 40 минут. Так что мы еще будем ждать долго. Ну, как-то вот так все. У нас еще осталось. Давай. Я думала, это вам хватит. Такой стаканчик на двоих, я думаю, хватит. Вот, короче. Вот как-то так. Они у меня блестят на солнце очень сильно. Мы еще ждем, нам еще, по-моему, сейчас посмотрю. Нам еще ждать 17 минут. Ребята, и вот мы еще ждем, и ждем, и ждем. Скучно. Кстати, пишите в комментарии, чем можно заняться, когда отделяешь волосы и сидишь на солнце просто. Играть в телефоне я не очень хочу. Так что. И мы ждем, ждем, ждем. Я очень хочу, чтобы быстрее. А потом после этого идем мыть голову. Сушимся и смотрим потом на результат.
секундочку. Вот у нас уже осталось 4 минуты. Мы ждем еще 4 минуты. Жаль. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Вот, ребята, насколько у меня осветлились волосы. Как-то все вот так. И всем пока. Подписывайтесь на канал. И не забудьте про мой инстаграм. Всем пока!